Всем привет, друзья! Продолжаем стройку этой прекрасной модели. Всем приятного просмотра! Переносим детали со скотча на блютак для удобства последующего монтажа на большую пластину. Итак, наши лепестки подготовлены. Теперь обезжирим основную плату и приступаем к пайке. Итак, прежде чем начать паять, нам необходимо залудить ответные части на большой плате. Итак, наши детали припаяны. Можно снимать этот элемент с общей рамки.
Ножницами для фототравления подрезаем заусенцы. Теперь нужно задать нужную форму. Чтобы окончательно придать ровную круглую форму, нам необходимо подготовить дополнительную деталь. Дальше покрываем наши детали сопел черным цветом. Дадим краске высохнуть примерно полчаса. Далее окрашиваем наши детали эмалевой краской от Tamiya XF16 матовый алюминий. Краску разводим разбавителем X20 для эмали. Надуваем тонкий слой алюминия мотоклада на края панелей сопел. После высыхания окрасим внутреннюю часть сопла матовым зеленым от Tamiya XF5 на водной основе кистью жидко разведенным. Сделаем несколько тонких слоев зеленого для достижения необходимого эффекта.
Для ускорения высыхания можно воспользоваться феном. Для получения необходимого эффекта добавлю немного воша от Цитадел. Опять же, жидкоразведенный. Немножко закопченности можно придать черной матовой акриловой краской. После того, как у нас все это высохнет, все детали можно склеить между собой и собрать элементы двигателя. Итак, собираем все вместе. Так, наша подсборка завершена. На этом данная серия завершается. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на наши ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании. Ставьте лайки и до новых встреч в новом выпуске. Продолжение следует.